Верно. Самолет. Тихо, Ника, смотри за ним. Ну, пришли они спать или вместе долго, час ждали, пока полностью это разрешат. А мы упрялись вот так, чтобы попасть, чтобы не промахнуться, чтобы они не спали. Ну, пришли люди, они... Там кормежка была, а потом разрешение спрашивали. А бомбы... Они спали, и тут, когда увидели полностью, сразу проснулись. Я вот хочу видеть, смотреть, будем смотреть, потом мне надоест. Но все равно лучше с утра приходить, потому что не так жарко и меньше народу все равно. Ну да, конечно, понятно. Но мы пока доехали, дети пока встали, пока доехали. Ну да. Я там могла бы не в 6, кстати, бегать. Ну, да. Вот мы к 9 пришли, то есть они только поели. Их до 9 кормят. А, они только поели. То молочко они, попить да, надо молочко было. Молочко попили. А потом они маленько это самое, и сразу спать легли. Ну да, я вот понимаю, что после кормушки они поели. Я прошлась немножко по запаху, ждали разрешения, чтобы комната была. Да, это два конуса сегодня бросили, да. Ну, ждали разрешения, можно или нет. Вот они. Ну и все, и с тех пор стоим. Я тоже вот можно часами смотреть, это не доедает вообще. Ну да, ну. Вот как они плавают. Когда вот 5-литровые красные канистрочки бросили, они час. Я сначала 45 минут снимала, потом еще 15. Я снимаю. Ну, потому что они до этого плавали, играли. Я снимала, когда они плавали, они наигрались уже. Когда они, это месяца два назад, наверное, было. Они за час все-таки устали, потом легли спать. А сейчас уже больше часа они играют. Но они не плавали, мы пришли. Это учитывая этот момент. А тогда, когда канистры, они до канистры плавали сколько? А у них уже спали. Да. Вот первые ролики, что я смотрю, это вот там. А теперь где мать? Где мама? Герда там что творит? Вот Шайна, вот она. Вот Шайна сейчас прыгать будет. Вот, она услышала. Шайна. Шайна? Шайночка, вот она. Вот Шайна. Она сразу. А вот Норди. Норди. Да. Все ты видишь, я вот ничего не рассматриваю. Он просто так встал, вот Шайночка. Она так прямо на животик глазки смотрит. Шайночка. А Норди стоял здесь, прямо сюда прыгал. Я больше не зову. Гердон. Стоит попрошайничает. Они же могут выдать голову вниз летать. Без всех брызг и дитё. А вот так они падают и сами. Они уже по-разному могут ловить. А вообще у всех ген артистический присутствует. На трубу, ну это на палку смотрит. Нет, ну вот у нас вот во всех вольерах, у всех животных игрушки, и очень много всяких, то бревночки, то еще что-нибудь, это за этим очень, как сказать. Просто вот у нас, допустим, когда гималайцы родились, вдвойне вот это, ну там всякие вот эти вот, или вот в Барнауле сейчас родились, вот, у них там вообще голый вольер, потом смотрю, какие-то бревночки начали появляться. А у нас вот у всех, они эти игрушки ломают для развития. Да. То есть всякие вот эти вот для игр, для всего. У всех игрушки. От Ростика много осталось игрушек. Потому что мы буквально это самое, я во Франции живу, мы весной были самое, на западном побережье, там хороший зоопарк, ничего не скажешь. Ландшафтный такой, там белый медведь есть. Ну и что, он валяется, ну в бассейн, он валяется там на этой. И ничего.
На Диме на трубу смотрит. Ага. Сейчас прыгнет. Дайте мне фотоаппарат. Я тоже им поиграю. Все уже. Очень. А получается, как будто он позирует. А мама все где-то подваривается. В зубах этих желудки. Но эти плотные и закругленные, хорошие. Сюда мы засадим. Да. Охрана. Ну что, где они? Да. А где вторую? А, ну где-то там за островом, наверное. Здесь нету. Ой, господи, кошмар, прям под стену прыгает. Часа полтора уже стоим. А вон второй фонарь. Все, купили компас. Ой. Когда ж вы устанете, чтобы можно... 10.42 началось, по-моему. Ну, конечно. И закончилось. Ты что, в 10.49? Я не могу подумать, звонила, ты говоришь, что сама. Где ты без 20.10 подошла сюда? Еще 10 не было, уже они играли. Она уже подводила. Полтора часа там. Я ей говорю, тебе полтора часа. Обычно батарейку мне на 2 часа хватает. Батарейка уже одна закончилась. У меня уже вторая. Один с одной стороны мама сойдет, другой с другой стороны мама сойдет. Это одно надо. Герпес купалась уже. Можно подойти. Кто почистит? Раз в неделю чистить. Завтра будут чистить. Да, что вы такое делаете? Просто вот вы как-то говорите, что почистить идеально чистая вода. Только Лидочка клала, вот они играют. То, что они играют. То, что мусор. На мусоры. Кать, ну вы идите, а я здесь побуду. Нет, он, конечно, тоже. Вот этот номер с той стороны на голове и нырок этот через... Сегодня плавал, я его чуть-чуть сняла, он плавал просто. Когда он под водой плавает, подо льдом. Ну это я как бы... Это вообще... Это вот конец, я зиму конец снимал, нырья. Есть там. А, это когда лед стал, а вода еще... Да, такая. Он там ныряет, подо льдом плавает. Видно там. Вот такой уже лед, допустим, да. Он вам на спиной потом выламывает. Потом вот эту глыбу берет и на голову одевает, и грызет. Это смотри. Ну это плейлисты у меня, Кай, специально. У меня каждый эти отдельно. Кай там, допустим, каждое животное отдельно. Я раньше вот не смотрела, вот когда вот эти. Ну я знала, что там было это шутка, потом это самое, это я в курсе, как бы я каждый день там это было. Но вот тут, когда увидела, что близнецы, от этого
вообще было уже не оторваться. Еще когда они там по снегу, это самое маленькое. Ну, у меня шилки началось полгода, когда я была, вот с тех пор я это. А сейчас фотоаппарат, наверное, сдыхает уже. Не знаю, ни фото не делают, ни это. Видно, много видео снимают. У меня подруга, это самое, директор областной, это самое, областной, областной библиотеки. И она мне когда, у них там тоже вот как бы выставки, это, фотографии, вот это самое. Зоопарка, что-то там, вот сын, это самое, основатель зоопарка, там шила. Его какие-то эти... Он два раза больше ерды. Мы видели. Да, ему не скучно, они медведи одиночки. Он ныряет. Не, он ты знаешь, он такие показательные выступления не устраивает. Мама, вон она. Мама наблюдает. Не все, все артисты. Нет, они белые, не крутые. Норди. 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 Сейчас мы еще не дошли. В стену ударится, идем, будешь виноват. Смотри, мне выдает, ну как бы, если ты что смотришь. Главное, что не допрыгнул.